Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет! Игра под названием Rise of Liberty. У нас будет революционная война. Мы играем сейчас за британцев, за красных. И а должны... те чуваки-колонисты, короче. Да, либо мы набираем 1000 очков, либо захватываем все флаги, которые либо, имеются на может карте. Либо, валим всех-всех-всех чуваков, которые есть на присутствуют, данный момент. Да, этим самым, естественно, все закончится. У нас есть несколько видов оружия. У нас есть пушки, которые здесь нифигово так шмаляют. Давай, может, а я пока втихаря тут прикурю немножко. Короче, захватим флага. Первый флаг. Флаги, на самом деле, долго очень долго. Да, ну, кстати, чем больше... Вон, это наши. Стреляют. Но! Вся кавалерия полегла. Ты видал, как они их завалили? Я не знаю, блин, сколько дыма. Долго перезаряжается. Наши как чуваки, реализм, короче, пока сзади тусят. Да. Мы можем, естественно, отдавать им команды. Я совсем забыл, что я могу сделать такой некий сквад, с которым буду идти. Давайте, ребята, 20 мужиков короче, за меня. Короче, отрядик, давай. Пошали вперед. Я их отправляю вот в эту точку на восьмерку. Вперед, короче, куда смотрим. Так, они идут. Вот так. Хотя нет, hold position. Давайте здесь, мужчина, давайте Мишка сюда. Мишка, сейчас тебя завалят. Ай, ну ладно, я хотя бы их на флаг послал. Я могу, кстати, посмотреть, как все происходит. Красивые войны. Кстати, что-то не особо у нас дело пошло, но мне кажется... Ого, у них кавалерия пошла. Ой, нужно... Давай быстрее, Миш. Я выберу другую пушку, вторую. Просто мне не особо это мортира вроде как. Мне кажется, нам нужно быстрее, короче, чаще. Ребят, надо с собой взять, Давай, действительно, а то что они тут... Один, что как либо мало. Либо пушкой, может быть, Миш, нет, у нас есть пушкой, пушки пушкой, конечно, еще. Это хорошо, но мне кажется, я не так хорошо управляю. Я, конечно, давай, сейчас... Давай, попробуем, ой, может какой, быть. Повыше, 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 сейчас. Повыше. Нет, это синий, вот так. Во. Так, шмальнул. Ну, кстати, попал, по-моему, попал. Ну, да. По крайней слушай, мере, было очень-очень так... очень близко. Блин, ребята, давайте, кавалерия здесь не стреляет. Мы так, что... пока по очкам ведем, конечно, но и эти чушки от нас не отстают. Все, о, перезарядка. Вот сейчас бы, вот сейчас. Сейчас вот сейчас. Чуть пониже, мне кажется. Вальк, дульк, я его прям ядром снес. Но нужно здесь лучше на плоть. Так, ребята, давайте. Все, чуваки, короче, погнали. 14, я все. Такой, Миш, бери там, я не все. Знаю. Я с собой взял вот этих мужиков. Была. И мне кажется, нужно... Ой-ой-ой, занимаем позицию. Меня прикалывает, и шмаляйте реально, по ним, как... шмаляйте. Ой, Мишка, ай, сейчас тебя завалят. Все, лег, быстренько. Отходи. Свои, давайте, отходи. Ребята, тебя ребята. Тебя может шальная пуля прилетит. Так, карта, как тут, что дела? Надо посмотреть. Это вот те чушки, наших слушай, вообще практически не осталось. Осталось. Как плохо нам делать. Нужно захватывать флаг, Миш, вот что нам сейчас, нужно погоди, сделать. Сейчас, погоди, мы здесь позицию займем, пока... Ой, летит мимо кассы, это хорошо. Ребята, устраняйте. Короче, так, Миш, у меня аж сабля бери есть. Саблю. Сабля, сабля. Давай, вали его. Быстрее, ну сабля, ну что ты где-то... Все, давай вот этого завалим. Отлично, колонисты, отлично. Все, пошли. Так, давайте затыкаем. И вот быстрее. Этого аккуратно только по нашему не попадает. А, все, замечательно. Все, видал? Ребята. Вон еще, смотри, чушкан, Мишка, сейчас по тебе будет стрелять. А, сейчас я кавалерию завалю. Фига ты! Опасный. Мишка, короче, храброе сердце. Давай. Ну, почти храброе. Здесь, к сожалению, все. Наоборот, можно сказать. Ну, понятно, ну уж я так. Всех перефига. Ну, в том смысле, что ты, как сказать, суперглава. Характеристика моего персонажа. Да. Ой, блин. Ой, они захватили! Все, колонисты выиграли. А, видал? Ну, то есть они захватили наш... хвост. Все, ладно, все понятно. Ой, я ж офигела, пропукали мы. Тут, ребят, в общем, есть несколько карт. Да. По-моему, 4 вроде штуки. Можно регулировать количество волн. Мы вот одну выбрали, да, баланс. Мультиплеера здесь нету, я начинаю. Ну, достаточно много настроек. Ой, как красиво здесь. Ого, слушай, ну это выглядит на самом деле как-то... Мне кажется, я немного переборщил с народом. А в какую сторону-то нам идти? Нам вот туда как бы надо, слушайте, я слишком много... Топиться побежали. Так, мы снова появились, все-таки там слишком разлагалось. Ну, сейчас-то тоже ситуацию смотрю не особо лучше, но может рассосется, и у нас очень много ребят решили утопиться, а не воевать. Да. Ну да ладно, продолжим. Ну опять, ну что, ну мужики, ну в самом деле. Слушай, Миш, призови их к себе и направь в другую сторону. Вон, давайте, мужики, вон туда отправляйтесь. Все, ну... Разворачивайте свои булки, давай. Ну вот, все пошло. А что у меня как руки-то, крюки? Все, нормально. Нормально, я... Мужички, ну что на самом все, деле? Все, ну Миш, они хотя бы не утопились. Ладно, они видят, рады. Это стратегический обход. Я давай, уверен, давай, что давай. Все в порядке будет. Вон уже, смотри, прутся. Мне кажется, нужно по ним зарядить. Сейчас я ассасин. Уже тогда давай, были ладно. Ассасины. Ордена мужиков, которые подходят сзади, тыкают. Ну ладно, неважно куда. Да, понятно. Сейчас Мишка, короче, если что, за мной, за мной. Вот, видишь, мужчины побежали. Ну нафиг мы от тебя пойдем. Сейчас я незаметно подойду. Нужно, знаешь, что сделать? Нужно захватить их флаг. Да, это понятно, что вон. Это сразу принесет нам. Вон они, видишь, развернулись и решили атаковать. Вперед, мы в прошлый раз проиграли, но не сегодня. Мишка, Дэц. Сейчас по тебе.
понятно. Успел хоть стрельнуть-то. В общем, история Ассасина так и закончилась ничем. Ну, он, знаешь, во имя великой цели помер. Мне кажется, я хотел не наблюдать, а... О, столкнулись! Просто месиво какое-то. Что я это говорю, происходит? Как они просто, знаешь, на бок такие падают. Ладно, мне кажется, пора мне, давай, так сказать. Показать я хотел класс. Другое оружие все-таки. А, ну, ты хочешь стреляющий? А, фонарь? А, топор. Давайте я возьму топор и вот эту штуку. О, я не знаю, окей, хотел. Окей, мы еще не пробовали. Появляюсь. Схему. Да, топор, что самое интересное, он... Это топор? Да, это топор. Выглядит... И он стреляет. А, слушай, чудо изобретение. Я не знаю, как он, так скажем, атакует непосредственно своим лезвием. Ну, это не важно. Посмотрим, может быть, он вблизи, типа, переключается. Хороший вопрос. Мне кажется, ничего вблизи не переключается. Ну, проверим. Ну, да ладно. Я не буду никого в команду брать, потому что я всех подвожу. Я лучше сам сдохну где-нибудь в кустах. Мы в тылу, короче. Да, в тылу себя. Зайдем. Хорошо. Ребята. Миша потерял веру в себя. Да, это так и есть. Ребята, давайте вперед. К Валерию не хватило оружия на всех, поэтому копьем долбить их. Мишка, видали, какой полководец. Смотрите, просто. Я... Он не жалеет себя, не отсиживается где-то вдали. Благодаря моей смерти. Просто я принял ой, на себя Мишка, 120 патронов. Только вот. Не по нашим. По нашим ведь тоже так, можно зарядить Ацк. И убить. Я... По-моему, попал. По-моему, нет. Но неважно. А по-моему, попал. Моя задача делать вид, что я воюю, ну, а да. Все остальные... Ну, мне кажется, их, многие так солдаты заряжать. Делают. Ты должен заряжать их чувством храбрости. Надо вот как это... Сама известный мем. Пожертвование. Фу! Все, попал. Я даже не Миш, понимаю, попал. Вот здесь а, слушай, ляг, что за... будешь флаг хорошо. Захватывать. Опа. Это принесет нам уже очков. Кавалерия куда-то их чужая свалила. А что это у них 165, а у нас всего 5, Миш? Как? 5 очков? Так. Я без понятия. Может, это мои лично 5 очков? А, все, ну, больше... может но это быть. Очень странно, на самом деле. Посмотри наверх, захватился флаг-то, нет? Да, все, он наш! Мы захватили самый, эту планету. А? Мужчины, я среди вас. Так, палец. А куда они все идут? Я не знаю. Миш, там, по-моему, еще тоже флаг. Направо посмотри. Хорошо, действительно, возможно, нет, так нет, и нет, есть. Нет, еще правее, еще правее. Где-то вот здесь, по-моему. Во, вижу, да, его опускаю. Во-во-во, сейчас они мы... Они прутся сюда. Из-за леса, из-за гор появился дед Егор. Блин, ой. Дед Кривой появился. Сейчас, Миша, я что, да? Вы забыли. Вы кто такие? Ай-яй-яй, мы вас не звали. Валите. Идите нафиг. Чертя, бейте с ними, наш чел стоите, смотрите. Миша, у тебя же еще одна есть. Да мне нахуй, я не да хочу. Да попробуй, возьми отсюда топор. О, все. Попал, попал. Уже, о. Ты только знаешь что, не расслабляйся, они ведь да могут захватить. Да мы сейчас их как на кукан посадим. Миша, они ты этот чё? Могут захватить флаг. Я же из этих Конров, тех, которые мочат всех. Понятно, вот он всех видит, своих, только взглядом. Да. Че вы друг на друга легли, идите сражайтесь. Вон те куда-то в кусты убежали, чем заниматься, не понимаю. Флаг-то наш еще. Флаг нет? Наш, но скорее а всего то... симметрично все слева тоже там флаг. А наш-то там захватили, о, нет? Да, справа, когда да. Мы. Самый сказать... главный здесь? Ну нет, вот смотри, был один, который мы вот захватили, еще один. Был справа. Уи! Все наше пока. Все, полетело. Ура, ребята! Так, здесь давай что-то горит. Прочекаем нашу территорию. Ну смотри, этот флаг. Теперь наш. Наша территория, да. Походу. Все, отлично. Идем походу за вдалеке нашими там мужиками. Флаг еще есть. Да, походу. Так, у нас есть кто в команде? Один человек. Мне этого достаточно. Где он? Это ты. Нет, Миша, ну, кто-то понимаю. Же должен быть еще. Ну, может быть. Я его призову сюда. Где ты? Мне нужен этот... Вот о! Он тащится. Пошли, друган, со мной. Он такой хозяин. Пошли со мной. Ты готов сражаться во он имя? Он такой, нет, но у меня нет выбора. О, двоих друзей уже нашел. Ты куда пошел? Какой, Миш, ты быстро, как сказать, вот. Заводишь связи. Конечно. Социально активный человек. Мужчины, нас, пойдемте понимаешь? Со мной. Я, лишь на небольшую авантюру. По нам же и не попали. Ну там, по-моему, вот уже всех захлыстали практически. Вон пруд, а, или это наши. Где кто? Вижу. Вон, я вижу, какая-то синяя... А, нет, нет он свой. Все, он сдох. Я, походу... Миш, нужно флаг захватить, он синий. Да, 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 да. Странно, пошли, кто еще захватим, живой остался. Пошли захватим, и, возможно, мы выиграем. Да, возможно, это будет случиться счастье на нашем. Пойдем. Так, мужики, давайте это там поаккуратнее пулять своими ядрами. Давай только это. О-о-о-о. А вот это, мне кажется, уже. Я хочу быть этим ядровым. Ну ладно, побежали, побежали. Сколько здесь трупов? Как барон Мюнхгаузен. О, мы выиграли. Мне стоило только прийти на эту землю с двумя друзьями. Благословил эту землю. Выиграли, мужики! Ура! Вот, а, я думаю, будет уже концовка, неважно. Ну ладно, не буду я своих. Миш уже своих расстреливает. Ой, я могу контролировать. И на... Да, фу, напоследок хотел эпично сделать стрельнуть, ну понятно. А, вон еще одна есть, я обязательно должен давай, отпраздновать. Давай. А, я даже догадываюсь, что ну, есть Миша два сделать. Способа праздника. Во-первых, первый, это вот такой. Сейчас попробую. Так, ну, что-то, слушай, не лети, ну, блин, я думаю, а, на ты себя... так и хотел сделать. Ну, короче...
Пойдемте дальше. В общем, мы поставили две волны по 150, да. Я думаю, Мишка хватит. Мишка еще не навоевался. Я не навоевался. Действительно, я не навоевался. Вот что я могу сказать. Все, погнали, это новая карта. Это мы можем восстановить оружие наше, патроны, хотя я не знаю. Есть еще, ребят, кстати, другая еще карта, но она да, такая темная, но там мы решили... слишком темно, поэтому... Но поэтому... она тоже прикольная. Мужики, давайте попробуем все-таки, что у меня в прошлый раз. В общем, получилось. Если вы потом сами захотите поиграть, вам еще останется нечто интересное. Да-да-да. Так, куда все поперли? Мне нужно, друзья. Друзья, фолловеры, пойдем. Миш, мне кажется, лучше за ними идти, они знают лучше, ну куда. Да. Мне кажется, лучше вообще их это, как сказать, не отвлекать. Я, вот именно. Вот у меня идут есть 11 друзей Оушена, и мне все, больше и не погнали. Надо. Мне кажется, вся движуха там, скорее всего. А мне кажется, слушай, я смотрю, они разделились на несколько точек. А, не видишь, как круто топиться. О, пошли. Вон, видал, сколько все, точек? Все, прямо идем. Ни шагу назад. Мне кажется, куда бы мы сейчас ни пошли, везде на врагов наткнемся. Это точно, я готов победить. Ну что, друзья? Ну, конечно, единственное, друзья. Жалко, что нельзя на конягах перед. О, щет пока. Вон, стоять, идут. Всем удерживать. Мужики, да. Все, тормозим. Миш, давай. Позицию. Должен быть твой удачный выстрел. Все, пошли. Понятно. Миша, это не ко мне. Четко. Пистолет остался. Миша, знаешь, на самом деле умудриться не попасть в такую толпу хотя бы в одного человека. Это нужно действительно мастерство. Ну ничего, зато у меня есть замечательная команда. Стой, смотри сейчас. Да, это точно. Они со всеми разобрались. Кстати, одного чувака потеряли. Сейчас мел засуну и опять шмальну по ним. Давай мы мелом стреляем. Мелом и маршмеллоу. Только такие патроны здесь. Бац, что ты там? Все мило. Миша, он выжил. Он умер. Это просто пуля медленного действия. Ты показал своим чувакам, куда я. Знаешь, как это раньше в детстве? Я в тебя попал. Ты должен умереть. Ну, хоть сейчас попаду. Знаешь, по договоренности. У нас такая милая, мирная война, что никто на самом деле никого не убивает. Конечно, все просто падают от счастья. Ничего здесь не происходит. Ну, практически попал. Нет. Это... Вы очень похожи, что наш полёт. Так, слушай, мы красные. Или да, это так совпало, да. Совпадение, думаю. О, вот эта штука. Вот давай. О, насквозь. Я показал. Видал, это вот Мишки вот толк здесь... есть. Миш, не стой так. Они, сейчас... видишь, сейчас стрелять будут. Замечательно. Это твоя пуля просто в тебя отрекашивается. Походу от этих. Так, я хочу другое оружие взять. Так. Топор мне не идет. Фонарь может быть. Фонарь, конечно, хорош, но давайте вот это возьму. И пистолет мне не устраивает, давайте вот эту еще. Окей. Я не знаю, как эти вещи короче, называются. Короче, давай быстрее возвращайся в строй. Все, непонятно, посмотрим. Что там без тебя могу творится. Могу ли я вот так... О, ништяк. Да, дробью. Только куда эта пуля потом. Мужики, давайте со мной. Единственное, долго, конечно, переться... Ничего, да, место, я не боюсь этих вещей. Да, я видал. Вся жизнь, наверное, теперь пронеслась следующий перед твоими квадратными глазами. Слушай, я это взял мужика. Кстати, у него глаз-то нет. И он свистит, реально, музычка играет такая, свистунька. Ну, да. Атмосферно. Ну, атмосферно, да, пойдем. Миш, смотри, вон чушки-то идут. Какие? Это так на... вон а, они. Вон, сейчас я дробью херану, смотрите. Точнее, они не идут, а едут. Давай! Твои, главное... Походу, не, слушай. Там кто-то упал. Но я не знаю, в честь чего он. О, смотри, это респавнится новые персонажи. О, начал, слушайте, звуки такие прям. Миш, нужно захватывать плаги. О, давай. Тут рядом свистит этот. Барабанщик все, где-то погнали, рядом. Короче. Я слышу барабаны, но их нету. Я почему-то вспомнила песню грустную про маленького трубача. Ну, ладно, мы сейчас... Жизнь, боль. Так как у нас сейчас без трубачей мы здесь обитаем. Блин, да. Слишком много народу, видать, не добили прошлых. Но ничего. Ух, ого, сколько... тут целая миссия. О, вон, я вижу один план, на один. Миш, я вижу цель. Один на один сейчас. Давай. Ура! Это было сложно. Ну все, Миш, тебе уже можно с собой гордиться. Мне можно медаль выдавать. Я... Вон, давай, короче, пошли туда, вон. Вот. О, нет! Или туда, куда? У меня ты... глаза разбегаются. Туда, сюда, куда? Короче, везде, если так, б можно было планировать себя. Давайте. Давай, ты прикрывайся. Стойте позицию, займи... Миша занял позицию уже с концами. Слушайте, а как-то я ведь могу смотреть за ребятами и вселиться. Вот, да, я могу вселиться. Вот в этого героя. Понятно, мне лучше вообще не... Ты знаешь, тебе лучше вообще не показывать, в кого ты хочешь вселиться. Мне кажется, эти персонажи автоматически умирают. Блин, в кавалерию нельзя вселиться. Самоубиваются. Блин, что-то у нас дела... Давай вот здесь в кого-нибудь, Миш. Вот в этого, давай. В любого выбирай. Кому не повезет. А что твоему это такое? Соседу. Странно. Так, ладно.
ты просто настолько, знаешь, круто прям переместился именно туда, что мне кажется, это как сказать. Чуваки рядом в обморок попали. О, разворачиваются, паровозик. Всё, они прямо идут на тебя, давай. Сейчас, ну давай перезаряжай. Твой шанс. Ацк. О, я, по-моему, даже двоих вальнул, нет? Мощь. О, ну, наша кавалерия побежала. Одного так точно. Слушай, валяется мне действительно кажется, два трупа. Давайте. Я думала, да что блин, нельзя. По нашим еду. Мишка, аккуратно, со всех сторон. Давай хоть кого-нибудь, завали. Все, отлично, замечательно. Вовремя. Хотя он бы одного. Практически задел тебя. Я хочу посмотреть другую. А, у меня это, вот этот дроп-то, я уж что-то забыл. Миш, они идут к нашему флагу. Так, ничего страшного. Я надеюсь, они не успеют. Это у нас... Ого, это вы кто посмел? Вон, о, смотри, чушкан. Давай, я вали. Смотрю, ты вырупаешься там. Сейчас я с тобой разберусь. Он вообще на самом деле кажется, безобидный чушкан какой-то. А хотя вдруг он потом, как сказать... Ого, аж меня это как бы... Задело. Задело. Такие четко. Во, еще один, давай. Бронированный какой-то, дуэль. Миш. Ого, в этот раз шарик, он не заметил. Нужно, ты помнишь, что нужно сделать? Дуру. Не попал он. Ох! А я, да, без продолжения. Я пойду за флагом, как думаешь? Да, я тебе уже давно предлагаю это сделать. Блин, нужно тут... идти туда. А, вон. Наши идут, Миш, еще не наши, давай, так, помоги. Сейчас. Ну перезаряжайся, шмаляй, да долго. Сейчас я вот так встану и вот так. Давай. Ну, представим, что кто-то из них упал. Да. А то как-то обидно предположим. Получается. О, ну слушай, пробились. Ребята. Все, бежим. Миш, вперед! Ты аккуратно вот так-то не беги, а то сейчас начну шмалять. Сейчас и я еще лягу. Тебя. Сейчас я втихаря тут. Лягу, это в каком смысле? Ацк. Е-е-е. Мужики, слушай, я убил одного, нападаем. Все. Все. Ой, уже кажется, да, действительно. Понятно. Ё-моё, минус один, и можно уже нападать. Ничего, так, что там еще целая куча народа. Как тут у нас еще вселиться? Мужики. Давай. О! Можно могу. Блин, быстрее. Они слишком быстро передвигаются. Стой, козлы. Я хочу. Стоять, бояться, ё-моё. Нет, ты что такое? Ну... Слушай, ну давай, может, так. Выберем тогда кого-нибудь другого. Нет, я хочу кавалерию. Ладно. Кто тут еще а есть? А здесь не в кого. Сейчас они добегут сюда. Слушай. Стой. Они, может, сейчас это затормозят. Вот, застрял. Давай, это наша жертва. Да ну вас, псы. Вот так, здесь, один флаг, остался. Вот без всего. Я бы сейчас... Вот они сейчас точно... Миш, это наш шанс. Давай, кавалерия. А почему, кстати... А, не дает. Ты этих чуваков просто, Миш, убираешь. Они исчезают. Все потихонечку умирают. Короче, ладно, вон, есть. Миш, а флагов синих-то дофига уже, на самом деле. Кстати, почему... А, немного захватили. Вот, давайте, вот в этого. Я надеюсь, он... Он как будто с пустыми руками. Не, он перезаряжает. Нет. Ну, чувак. Где этот прицел, которым... Вы сейчас умрете, мужчины. Блин, не... Странно. А, вот. Давай, блин, короче, Миш, нажми просто обычный респаун, чтобы мы появились. Да, хорошая мысль. Только а то время идет, наша команда без нас. Здесь чужие. Я защищу. А это да, это Миш, это чужой флаг, они захватили, а раньше ведь это была наша база. Нати, я буду аккуратно. Всё, надеюсь, аккуратно. Палатки не простреливаются. Да, я думаю, что Counter-Strike, все, давай. Черт, все. А мы здесь еще раз появимся. Они думают, что они от нас избавились. Да, я сейчас еще раз. Ничего подобного, мы можем респауниться здесь до бесконечности. Миш, они были вот здесь, сбоку. Блин, ты опять же ничему не учишь. Понимаешь? На. Повторяю. А теперь другую пушку сразу же. Давай. На. Все. Так, четко, немного уже получше. Смотри, вон нужно они, захватить, Миш, обязательно флаг. Давай, быстрее, здесь. Пока они, короче, не ласточка. Замечают. Все, замечательно. Все, они не видят тебя. Как тебе сказать? Слушайте, мне нужно взять другие оружия быстренько. На самом деле, вот это все... кстати, хорошая пушка. Ерунда, да. все. А еще можно было меч взять, и, ну или как он да, называется. И зафигарить. Он перезаряжается. Давай. Пацк. Yes. И теперь сразу же второй. Yes. Аккуратно. Он промахнулся. Блин, дроп и вся мимо. Дроп мимо. Миш, заходим сзади. Все, потихонечку. Я реально надеюсь, что он не догадается прострелить сейчас палатку. Миш, захватывай. Давай, возвращаем. Все, этот флаг будет наш. Хотя бы один, и мы уже тогда не проиграем. Продудоним. Они сейчас за мной просто придут и все. В общем, пока наш флаг столетний. Тут да, что-то он вообще лет, не торопится. Мы это, вон, видите, к нам... Миш, вон рядом пушка я вижу, есть. Вижу пушку. Давай, быстрее, заряжай. Так. Вот так, по так. Этим чушкам, вон, который целая конница бежит. Сейчас. Тульк. Попал? Нет. Быстрее еще где-нибудь. А-а-а, не перезарядился. Так, Миша, быстро. А тут есть еще? Сейчас. Давай вот так. Пошли отсюда быстрее нафиг. Быстрее стреляй. Так. Yes, Мишка, ну, мне Мишка, кобзда, ты завалил несколько человек. Да, ну человек. мне капец. Надо как-то их а обмануть. Где наши все? Быстрее, помогайте, мать вашу. Чуваки, спасите нас, помогите.
Сейчас... Слушай, флаг почти опустился. А нет, он опять поднимается, черт возьми. Они ушли, вот дурень. Валите. Придурки, тут да вам и дорога. Все. Как раз давай пушка, пушка, спину, пушка, спину, пушка. Спину шмаляй. Слушайте, у нас есть шанс. Есть шанс. Вот стой. Во. А мне кажется. Так. Блин, одного. Ну, маловато, знаешь, маловато. Это неплохо. Они, слушай, сейчас. Они уже близки чуть к победе. Выше, чуть давай выше еще нужно. Выше, прям выше, выше, блин. Выше. Давай прям вдогонку. Туда-сюда. Может, попадешь? Думаю, нет. Давайте ну, посмотрим, кстати, сколько у нас. Было близко. 11 на 20. Ну, подождем еще немного. Ты восьмерых убил. Неплохо. О, они no! выиграли. Как так вышло? У нас же жив... И флаг. А, видать, слушай. Я не успел этот флаг захватить. Да-да-да-да-да. Ну и ладно, не больно ты и хотелось, боль. Прямо скажем. Сейчас тогда вот такую устроим штуку и все. И Миша просто... себя наказывает. Да. И причем ничего не случилось. Ладно, я думаю, что стоит на этом закончить. Ладно, ребят, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.